Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и несмотря на то, что до моего прямого включения осталось буквально пару минут, я решил все-таки уделить этих пару минут времени на то, чтобы дать ответ на вопрос, который интересует огромное количество игроков. Да, я всегда стараюсь разобраться в какой-то теме, общаюсь с разработчиками, задаю им вопросы, получаю прямые ответы. Ну и в частности, многие из вас начали спрашивать меня по поводу того, что такое пульт номер 2, который находится на втором уровне в подписке на STRV-81. Это условная игровая единица, которая необходима вам для прохождения скрытого квеста. В чем скрытость квеста и в чем его смысл? Все очень просто. Может, вы не обратили внимания, но помимо всего остального, что есть в нашем ангаре, есть еще вот такие вот выключенные экраны. Всего, как вы видите, этих экранов 7. И вот именно для активации вот этих вот экранов и нужны пульты. Пульт номер 2 активирует вот этот вот второй экран. И когда вы соберете в течение какого-то неизвестного пока времени все 7 пультов в разных игровых событиях, когда вы включите вот эти вот 7 экранчиков, у вас появится возможность сделать одну победу и за эту победу получить, как сказали разработчики, ошеломляющий приз, который понравится любому танкисту. Я так понимаю, что речь идет о какой-то крайне крутой халяве. Поэтому собирайте данные пульты из всех игровых событий, что я лично собираюсь сделать однозначно, и будем надеяться на то, что разработчики нас не обманули и действительно порадуют чем-то, ну, прям совсем очень сладеньким. Я всегда стараюсь ради вас и надеюсь на то, что вы поддержите мои старания лайком под данным видео и подпиской на канал. Мне очень нужны ваши подписки для того, чтобы канал рос, ну и, соответственно, создавал конкуренцию тем, кто есть на платформе YouTube. Спасибо большое за просмотр, спасибо за то, что подписались, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, и поверьте, вас ждет огромное количество информации в будущем. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.